Всем привет! Сегодня у нас не совсем обычный формат видео. Я хочу показать свои работы, что у меня есть на продажу, чем я занимаюсь, что я делаю. Давайте начнем мы с ободков. Вот такой ободок с полимерной глины. Этот ободок был из шифона. Здесь у нас цветы из фоамирана. Это фетр. Здесь тоже фетр. Такой с черникой ободок и простой ободок вот такой косичкой. Также я делаю разные повязки на голову. По этой повязке есть у меня на канале мастер-класс. Можете перейти и посмотреть. Вот такая с сердечками. Вот так они выглядят. Ну, кстати, здесь разобраться сложно, но вот завязки. В виде таких листиков. Здесь вот этой белой с кружочком, с листочком. Ну, есть просто так, без ничего обычная. Вот такая завязочка. Есть такие повязочки, здесь цветы из ткани. Тоже такие завязочки. Давайте перейдем дальше. Из повязок и ободков есть у меня еще вот такие веночки. Мастер-класс по этому венку также есть у меня на канале. И поэтому вот так он выглядит. Здесь цветы, вязанные крючком. Так с изнанки он выглядит. Вот такие завязочки у него. Также я постараюсь ставить фотографии некоторых моих изделий, как они выглядят непосредственно на моделях. Вот такой ободок очень красиво выглядит. Одетым на голову. Вот такие завязки. Давайте перейдем к повязочкам. Есть у меня такая повязка, она зеленого цвета. Камера ей передает немножко не того цвета. Повязка корона. Тоже очень красиво смотрится на голове. Это тоже для девочки. Есть такая повязочка синего цвета с такими завязочками. Кстати, у меня есть Instagram-магазин и группа в
Фейсбуке, где я выкладываю все свои изделия. Там есть цена, их можно, все можно приобрести, что я делаю. Я внизу под видео оставлю ссылочку. Кому интересно, переходите, подписывайтесь. Все можно купить, можно заказать под свой размер, цвет, который вы хотите. Все можно подобрать. Так, давайте дальше. Это гребни. Вот так выглядит, из фоамирана. Этот гребень из глины полимерной, белого цвета. Такой гребень также с фоамирана. Все сделано аккуратно. И вот такой, тоже вязаный крючком. Вот так он выглядит сзади. Здесь у меня собраны заколочки. Вот такой цветок, подсолнух. Все они на таких зажимах. Очень хорошо держится на голове. Такие обычные цветочки. Также на зажимах. Моя большая коллекция резиночек. Вот такая. Это все из глины сделано. И еще несколько вариантов моих резиночек. Вот такие бантики у меня есть. Очень красивые. Вот такого формата есть у меня резиночки. Вот эти очень красивые, хорошо тянутся, это вязаные спицами. Также такие есть резиночки. Здесь все цветы, листики, все отдельно, все можно в разные стороны передвигать, можно все делать в одну сторону, в разные, как кому угодно. Здесь также есть вот такие резиночки, здесь тоже цветок и листик тоже двигается. Вот такая. И резиночки, цветочки простые. Это небольшая коллекция моя того, что я делаю. Также я вставлю фотографии или, может, какое-то видео еще моих плечевых изделий или маечек. Я много вяжу также под заказ. Не забывайте, переходите на мою страницу в Instagram, Facebook. Там вы сможете найти все мои товары. Пишите мне в директ, сообщения в Facebook, кому как лучше. Оставляйте комментарии под видео, пишите, как вам мои работы, что нравится, что не нравится, что бы вы хотели, может, чтобы я сделала и показала. Как я уже говорила, все ссылочки на мои соцсети я оставлю под видео. Вот такую коллекцию моих изделий я вам показала. Если бы я стала показывать все, что я делаю, на это ушел бы не один час. Вставлю еще некоторые фотографии, вы сможете посмотреть.
Ну, а на этом все. Всем пока. До следующих видеороликов.